Вот и детство прошло. Свои первые дипломы о профессиональном образовании получили выпускники детской художественной школы городского округа Люберцы. Какую подготовку дали учителя своим воспитанникам и чем ребята займутся в дальнейшем, узнала наша съемочная группа. Эта школа дала мне отличную базу для того, чтобы я поступила в колледж. Московский художественный промышленный институт. 4 года из 5 лет Нинелли училась у Владимира Гуськова. Этого педагога девушка вспоминает с особой благодарностью. Интересные проекты, дельные советы и огромная моральная поддержка – так проходили уроки живописи. Дети у нас приходят разные. Кто-то очень способный, а кто-то не очень способный. Но что интересно, что в процессе обучения часто вот те, у кого не хватает как-то сначала каких-то способностей или таланта даже, со временем развиваются и часто даже обгоняют способных. Обладательница красного диплома Алина Лобанова вспоминает, что не все давалось легко, случались и трудности. Сложно было рисовать что-то новое, пробовать себя в каких-то новых техниках. Интересно было делать какие-то полноформатные работы, возможно, с каким-то очень хорошо продуманным сюжетом, детализацией. Для художественной школы «Люберец» это 19-й выпуск. В учреждение входит 3 учебных заведения. На Октябрьском проспекте, на улице Урицкого и на проспекте Победы. Здесь всегда доброжелательны и рады новым ученикам. Я, конечно, хотел бы всем пожелать удачи, успеха во взрослой жизни и выразить надежду в том, что, достигая своих успехов, возможно, вы и послужите процветанию нашего Люберецкого округа и мы всей нашей Родины. Вдохновение и здоровой наглости пожелали классные руководители своим выпускникам. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.